В последнее время в комментариях, и не только у меня в блоге, появилось много мужской агрессии по отношению к разведенным женщинам с детьми. И неприятная аббревиатура РСП – разведенка с прицепом. Хочу посмотреть на это гнусное явление с позиции психологии. Когда человек агрессивно реагирует на другого, совершенно незнакомого ему человека, или на определенную группу людей, которых он даже не знает, он реагирует не на них, он реагирует на свою боль. Это называется проекция. Какую проекцию накладывает взрослый мужчина на одинокую женщину с ребенком? Кого он видит в этой женщине и кого он видит в ребенке? Не собственную ли маму он видит в женщине и не самого ли себя в ребенке? Можно предположить, что у такого мужчины была в детстве деспотичная или наоборот гиперопекающая мама. Это вызывало у него злость, но злиться ему было нельзя. И все детство он эту злость копил,